Вы можете прокомментировать? Что я? Ситуацию. Я ничего не могу сказать. Ну скажите что-нибудь. Это же в вашем магазине происходит. Вы тут работаете. Как вам магазин вообще? Ну мы сюда приходим. Хороший? Ну, я сюда сходил на самом деле с таким ощущением, что магазин действительно хороший. Но когда копнули глубже, оказалось, что это не так. Вы знаете про это. Еще хуже. Скажите, где? Где хуже? Можно я там молоко возьму? Где хуже? Где лучше? Я бы с удовольствием, я не могу открыть магазин, это не в моей, к сожалению, компетенции. Я рад, что его закрыли, может быть, хотя бы наведут порядок. А вам, кстати, сопротивление не оказывали? Оказывали, когда? Порвали халат, он рубашку испачкали. Ну ничего, это... Александр, вы молодец! Спасибо. Когда вы выйдете? 22 февраля. При покупке в данном магазине овощей мне пришлось оплачивать два разных счета. Это очень удобно для меня, как покупать, а также просто так. Я каждый день прошу магазин и отвечаю вас, потому что живу рядом на кассе, все время пробивают цены те, что на цене. 100 галлов здесь не стоит, 41,50, пробивают 40,70, а к тому же здесь возникают проблемы с ценой. На многих товарах не указан срок годности. Прошу изъять товар с полок, на многих товарах испорчена этикетка. Чему мы, собственно говоря, были свидетелями курицы, да, которые здесь продают, охлажденную ягоду. Сначала ее замораживают, потом размораживают. Заводской маркировки на ней нет, есть только маркировка, которую установил сам магазин. Поэтому я думаю, что курица была в наборе. Я Кузьминова Татьяна Андреевна купила, после чего покупав неприятный вкус. Я очень недоволен, прошу принять меры. В 11 работал один кассир. Ваш продавец Александр отказался продавать алкогольную продукцию. Сумму покупку на обслуживание кассира. Ни одного хорошего отзыва, начиная с января месяца. Я поступово обратился туда за колбасой, которая на меня нагрубила. Продавщица была, не было 20 минут на рабочем месте, которая любит меня. Ни одного хорошего отзыва. Ни одного. 5 января 2016 в продаже рыба мойва с этикетками, наклеенными друг на друга. Этикетки с разной даты. 1 8 октября, далее 18 ноября. К тому же я сегодня увидел, что не соблюдается условия хранения и температурный режим селедки и мойвы. Нужно хранить от минус 2 до минус 8, она стоит под пылом. Этого вполне достаточно. Также я увидел мокрицы, которые бегают по муке. Далее уголок потребителя. Перечень документов, удостоверяющих личность, есть. Есть телефоны контролирующие. Ну, хоть что хочу сказать, уголок потребителя не находится в свободном доступе, он загражден телефонами для покупателей. Закон о защите прав потребителей. Да, посмотрим. Закон Республики Мордовия принят в Государственном собрании Российской Федерации, где или на территории этого магазина действует закон Российской Федерации. Так, правила продажи отдельных видов товаров есть, но нет правил торговли. Закон о защите прав потребителей я также здесь не вижу. И нет плана эвакуации. План эвакуации здесь должен быть. Телефонов контролирующих органов. Нет, это экстренная служба. Телефонов контролирующих органов тоже нет. Зато потребителя сами есть. Давай посмотрим.